Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! По церковному календарю 15 февраля Сретение Господне. Это важный для православных христиан праздник. Вот в чем смысл торжества? Ну, как и все дунадесятые праздники, Сретение является воспоминанием событий, которые когда-то происходило в евангельской истории. Событие – это встреча новорожденного младенца Христа с двумя ветхозаветными праведниками, старцем Симеоном, который получил впоследствии в церковной истории наименование богоприимца, потому что он взял младенца Христа на руки, и пророчицы Анны, преклонных лет вдовы, которая много десятилетий, почти всю свою жизнь провела при Иерусалимском храме, служа там, прислуживая, помогая. Им Господь предоставил вот такую возможность встретить принесенного в храм младенца Христа. Есть очень трогательное повествование о том, что старец Симеон был одним из 70 толковников, которые переводили на греческий язык Священное Писание Ветхого Завета. И когда вот он дошел до слов пророчества о том, что дева примет в чреве и родит сына, он решил, что это ошибка, и вместо, ну как же дева может родить сына, и исправил слово «дева» на молодую женщину. Вот. И тогда ему было явление ангела, который сказал ему, что он не прав, что исправлять не надо, что именно так и будет, именно об этом пророчество, и Господь даровал ему такое вот, как бы, ну, не испытание, наверное, даже награду. Он не увидит смерти, пока не увидит сам этого родившегося младенца. И когда Матерь Божия принесла младенца в Иерусалимский храм, он взял, ему было духом извещено, что это именно то, о ком шла речь в очень давнем ему видении ангела, и, взяв младенца на руки, он как бы обратился к Богу с неким таким благодарением. Текст этого благодарения находится в Евангелии и повторяется на каждом вечернем богослужении. Это очень знаменитая молитва. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Это по-славянски. «Яко видеста, очи мои, спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля». То есть вот так воспел старец Симеон Спасителя мира. И с благодарностью сказал Богу: «Ныне отпущаешь, то есть сейчас ты отпущаешь раба твоего, владыка, по своему обещанию с миром», потому что после этого он скончался. Он и так долго очень прожил на земле. И вот эта встреча, или по-славянски сретение, и есть содержание праздника, который мы празднуем. Вот. Конечно, он очень символичен, этот праздник, и глубок. Вот. Является как бы таким вот связующим, таким звеном вот цепи Ветхого и Нового Заветов. Вот старец Симеон и пророчица Анна, они как бы стоят вот на пороге Ветхого и Нового Заветов. И вот эта встреча торжественно воспоминается церковью в этот праздничный день. Вы уже сказали, что с церковнославянского «сретение» переводится «встреча». А как сегодня вот у человека происходит встреча с Богом? Как люди обретают веру? Если говорить общими словами, так же, как и всегда. Вы знаете, сколько людей, столько путей к Богу. Самыми разными способами, самыми разными вот Господь стучит в сердце человека. Кто-то приходит в результате каких-то рассуждений, достаточно долгих мыслей. Знаете, вот есть такое понятие «проклятые вопросы», да? То есть вопросы о смысле жизни, зачем я пришел на эту землю, какова цель моего здесь пребывания, вообще что такое мир вокруг меня. Да?
так при правильном таком росте человека эти вопросы обычно возникают у него в период взросления. Это нормально, это правильно, так и должно быть. Вот. И кто-то приходит вот таким образом, кто-то увлекается чужим примером, кого-то привели родители, и он не просто мучился, стоя на службе маленьким ребенком, который плачет и все время хочет убежать из церкви, а как-то вдруг проникся и самим богослужением, атмосферой, и постепенно стал церковным человеком. Кого-то Господь приводит через испытания, кого-то Господь приводит через скорбь. Это все зависит от человека, и нет чего-то нового, о чем можно сказать, вот раньше так не было, а сейчас вот так стало. Да? Приход к Богу, он никогда не был и не может быть чем-то таким массовым, да, когда вот все собрались и строем пошли в определенном направлении. Он всегда индивидуален. Бог – личность, и Бог говорит с каждым человеком в его сердце теми словами, которые нужны этому человеку, теми словами, обстоятельствами, пусть даже испытаниями, которые могут… Знаете, у святителя Амвросия Медиоланского в его молитве есть очень хорошее обращение к Богу. Господи, он просит отъять у него каменное сердце и вложить новое из плоти. Да, вот для того, чтобы каменное сердце человеческое как-то размягчить и сделать его плотяным, вот для этого иногда Богу приходится прилагать очень большие усилия. Вот. Но если человек отвечает Богу, то тогда вот Бог и человек находят друг друга. Спасибо. Вот, Владык, нам пришел на почту вопрос на близкую тему. Везде в книгах говорится, что у каждого человека есть возможность узнать Бога, уверовать. Но по своему жизненному опыту вижу, что разные люди родились и живут в разных условиях. И у многих из них нет возможности услышать о Боге. Говорю даже не о людях из племени Тумбуюмба, а о своих близких. У меня сложилось ощущение, что вера – пригласительный билет от Бога. Он сам призывает, сам выбирает, как будто. Получается, что у кого-то нет шансов. Этот вопрос меня мучает сейчас. Вы знаете, что касается каких-то далеких племен, в которых, которые не знают Бога, ну, их очень мало сейчас, да? В общем-то, Евангелие проповедано по всей земле практически. И даже в самых отдаленных уголках земного шара, в самых экзотических местах, где только живут люди, за последние несколько столетий побывали миссионеры, разговаривали о Боге, рассказывали, оставляли книги и так далее. Но мы знаем из Священного Писания, что люди, которые не знают Бога, ну, скажем так, по объективным причинам, они руководствуются голосом Бога в их сердце. Это совесть, по слову апостола. Совесть – это слово Бога в сердце человека. И люди, которые никак не имеют возможности узнать о существовании Бога, о каких-то подробностях о учении церкви, они, вот, руководствуясь этим, будут угодны Богу. Это древняя такая вера церкви. А что касается тех, кто вокруг нас, ну, вообще-то здесь вот и автор этого вопроса и права, и не права. Она права в том, что вера – это дар Бога человеку. Да, совершенно верно, потому что Бог обращается к человеку, призывая его. Она не права в том, что он выбирает кого-то. Это люди выбирают отвечать на этот голос Божий или замолчать, или пройти мимо, сделать вид, что ничего не слышал. И часто очень люди, которые вот говорят, вот я ничего не знаю, вот никакого Бога, и вот они просто изо всех сил сопротивляются. Голос Бога не один раз звучал в жизни каждого человека, который способен его воспринять. Да? Опять же, мы оставляем за скобках племена экзотические. Вот. Но человек или отвечает Богу, или же он... Ну, всячески от этого отталкивается, всячески закрывает свои уши. Дело в том, что ведь ответить Богу на его призыв – это очень сложно, это очень чувствительно и очень больно, потому что человеку нужно будет принять новую систему координат. Ему нужно будет перевернуть все с ног на голову, точнее, наоборот, с головы, на которой стоит человек неверующий, на ноги. Это больно.
рвется очень много связей, рвется очень много, ну, меняется система ценностей. Вот. И это всегда человек инстинктивно подозревает, что, ответив Богу на его призыв, ему придется очень трудно и больно менять свою жизнь, и поэтому он не отвечает. Сегодня часто люди приходят в храм уже во взрослом возрасте. Вот чему нужно научиться в храме в первую очередь? В храме, конечно, хорошо бы научиться вести себя правильно, да, и прежде всего правильно понимать, что такое храм. Об этом можно прочитать, об этом можно спросить, в конце концов, даже можно найти в интернете. Но все-таки, войдя в храм, наверное, прежде всего нужно научиться молитве. И нужно научиться молитве не просто как механическому повторению. Знаете, вот есть молитва слов, вот посмотри, вот это очень сильная молитва, да, как надо говорить, вот это вот, давайте, вот, вот ее вот читай, вот ее там каждый день, и человек читает, не понимая даже, что он читает. Нужно научиться молиться своими словами, обращаться к Богу, как к тому, кто находится перед тобой. Просить его, ну, мы часто приходим к Богу что-то просить у него, да, просить у него, молиться о своих близких, молиться о самом себе. Благодарить Бога. Надо очень внимательно как-то так оглянуться вокруг себя. И даже человек, который привык жаловаться всю жизнь и мучается, что у него все плохо, у него ничего не получается, у него ничего нет, у него и так далее, да? Он все равно, если он очень честно посмотрит, он найдет массу причин для того, чтобы поблагодарить Бога. Ну, хотя бы за то, что он привел его в этот мир, да? Вот хотя бы за это. И если человек будет учиться молиться, это надо делать в храме, но это можно делать и везде. Это можно делать дома, на улице. Вот. На самом деле цель молитвы – это память о Боге. То есть память о том, что есть Бог, и что я предстаю Богу. Вот. И что Он заботится обо мне, что Он промышляет обо мне, говоря церковным языком. И это, наверное, главное. А потом уже придут какие-то навыки, потом человек поймет, что такое именно церковная молитва. Ведь Господь сказал сам, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Вот церковная молитва – это молитва совместная, молитва к Богу, и Господь присутствует во время этой молитвы и слышит каждого человека. Вот это надо обязательно, этому надо обязательно учиться с самого начала, ну, а потом постепенно уже придет нерефлексирующее чувство, вот, которое требует от человека, чтобы он приходил в храм. Вот, кстати, пророчица Анна – это человек, который день и ночь находилась при храме. И мы знаем, что и в нашей жизни тоже бывали такие люди, которые очень много и очень долго, ежедневно, и утром, и вечером приходили в храм. Это была их жизнь. Их не просто туда тянуло по каким-то таким причинам, что им было скучно дома сидеть. Нет, просто они именно жили в храме, жили храмовым богослужением, жили молитвою. Собственно говоря, монашество – это тоже вот, реализация вот такого желания быть постоянно с Богом. Но это надо начать потом. Об этом сложно говорить, потому что человек, который не имеет опыта, он послушает, ну, пожмет плечами и скажет, ну, да. А вот это надо войти в эту жизнь с Богом, попробовать ей жить, и тогда это будет понятно. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Еще совсем недавно храм Воскресения Господня поселка Павловка, который построил князь Николай Оболенский в 1827 году, выглядел вот так. О том, что аварийное здание Дома культуры некогда было храмом, напоминала только вот эта табличка. Трудно поверить, но раньше это был один из красивейших храмов в округе. Прошло 2 года после передачи здания обратно в руки священнослужителей. Долго молились, и когда я узнал, что этот Дом культуры, бывший церковь, когда об этом задумались, и сразу поставил себе задачу
восстановить этот храм. Я пришел к главному редактору Татьяне Александровне Гнедовой. Я говорю, мы в этом храме еще послужим. Она улыбалась. Неоднозначно. Вот. Потом мы сделали молитву по соглашению. И многие годы молились. Мы пытались, обращались, но общество было не готово, и власти были не готовы. И со временем был принят федеральный закон, мы подали заявку, опять нам не торопились отдавать. Но в 2016 году вдруг это совершилось. Нам передали это здание аварийного Дома культуры. Было принято решение о строительстве нового Дома культуры губернатора Сергея Ивановича Морозова, а нам передали участок земельный и здание храма, как его уже переименовали. Впрочем, мы забежали немного вперед. Давайте вспомним историю этого храма, вернее, самый трагичный период. Вот по этому мосту, который в Павловке называется «Пьяный», в апреле 1918 года отряд красногвардейцев вел на расстрел настоятеля храма иерея Владимира Пиксанова. До этого большевики вкусно отобедали у батюшки, а потом вдоволь поиздевались над ним, привязывали к телеге, катались на священнике верхом, а проходя мимо храма, услышали где-то вдалеке выстрел, перепугались и тут же расстреляли батюшку. Спустя 98 лет Священный Синод Русской Православной Церкви включил Владимира Пиксанова в состав собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Теперь в храмах и церквях просят его небесного заступничества. И молиться, чтобы священномученик Владимир свою страдальческую кончину, пришедший к престолу Божию, не забывал нас, здесь живущих, поминал нас, дабы сколько Господь отстранил нас от грехов наших, исправил наше грешное житие и даровал нам в сердце любовь. И это ли не великое чудо, что в один год произошли два события, напрямую связанные друг с другом? Канонизация Владимира Пиксанова и возвращение здания Воскресенского храма в лоно Матушки Церкви. Тяжкий труд по восстановлению храма взвалил на свои плечи благочинный 4-го округа Барышской епархии протоиерей Андрей Филькин. И мы начали сразу своими силами действовать, убирать лишнее, обнаружили алтарный, фундамент алтаря. Мы не могли понять даже, где граница храма сначала. Потому что говорили, якобы пристроят на самом деле церковь, и алтарь был где-то там. Когда определились с границами храм, алтаря, обнаружили фундамент, укрепили его капитально, построили алтарную стену. Все это мы сделали внутри здания. И потом принялись за колокольню. Было предложение не делать колокольню, потому что дорогостоящее. Но у меня была такая мысль, что надо обязательно сделать колокольню и восстановить первозданный вид этого храма. Вместе с началом реконструкции в храме возобновились и богослужения. Священники оградили специальную комнату, где еженедельно проводят литургии. В этой же молебенной комнате хранятся и человеческие останки, которые нашли при раскопках. То есть, действительно, в старину на этом месте располагалось Павловское кладбище. Но мы думаем, что, возможно, здесь часть мощей прихожан этого храма. И, как мы предполагаем, хоронили очень благочестивых людей, которые внесли какой-то вклад в историю Воскресенской церкви. Либо священники, которые здесь служили, либо благотворители. Возможно, и даже здесь есть где-то мощи князя Николая Оболенского или кого-то из его близких родственников. Вот, поэтому мы стараемся к ним очень благоговейно относиться и молитвенно всех поминать за панихидой, за молебнами и за литургией, когда она здесь проводится. Ну, это очень важно, потому что, по сути дела, с Павловкой это достаточно древнее поселение, вот, очень так в плане и в том месте, где вот сейчас храм находится, там было раньше старое кладбище. Поэтому, грубо говоря, там
те люди, которые жили в этой Павловке еще давным-давно, и позже, раньше, которые там были. То есть все эти люди как бы... Это все же наше религиозное сознание, оно является непрерывным от тех старших поколений до нынешних. И как бы мы пытаемся и будущим поколениям тоже передать вот эту непрерывность. Восстановление Воскресенской церкви для Павловки – событие, безусловно, историческое. Храм, по задумке отца Андрея, станет настоящей достопримечательностью поселка. Это будет не только одинокий храм, но и целый православный комплекс с рядом административных и бытовых зданий на благоустроенной территории. Люди смогут приходить сюда не только на богослужение, но и, например, поиграть со своими ребятишками на детской площадке. Также будут созданы условия и для паломников. Этому, безусловно, рады местные власти и оказывают отцу Андрею всяческую помощь, агитируют местное население присоединиться к этой стройке. Ведь храмы в России строятся всем миром. Люди, конечно, относятся неоднозначно. У нас, вот, я всегда говорю, нас 70 лет учили, что Бога нет. Теперь вдруг начали другое направление, что все-таки он есть. А в целом, конечно, отношение меняется. Люди увидели, что храм восстанавливается, даже и неверующие помогают его восстанавливать, потому что даже для верующих это храм святой, а для неверующих это памятник нашей истории. И многим интересно просто, как было раньше, восстановить. Поэтому народ района на это дело откликнулся, вот, всяческими оказывают помощь. Мы и марафон проводили, собрали хорошую сумму денег. И постоянно, сами сейчас видите, работы идут, постоянно у нас сельхозпроизводители наши, газокомпрессоры хорошо помогают, техникой, люди работают, депутаты также у нас неравнодушно попались, хорошие такие, ответственные, и люди верующие тоже оказывают большую помощь. Ну, я думаю, для истории Павловского района такая вот знаменательная дата, как передача этого здания нашему приходу, ну, это большое историческое событие. Для того, чтобы сдвинуть такой большой проект с места, конечно, нужно объединяться. Начали мы силами прихода собирать средства по всей Павловке и по Павловскому району. Верующие активисты ходили и собирали с каждого дома, кто сколько сможет. 10 рублей, 50, 100, 200, 500, 1000, кто сколько даст. С организацией тоже спрашивали, с других сел. Потом подключился и губернатор Сергей Иванович Морозов. Впоследствии на средства при содействии Сергея Ивановича Морозова был построен барабан. Это большое подспорье. А недавно при его содействии перечислены деньги 2 миллиона рублей для изготовления куполов, центрального купола и купола на колокольню. Конечно, этих средств еще не будет достаточно, но мы надеемся, что на этом помощь не заканчивается. Своим прямым участием отцу Андрею помогают и простые люди. На стройке трудится много волонтеров. Один из них – Владимир Ильич Подсевалов. Он прораб на общественных началах и все свое свободное время проводит на стройке. Когда мне было 60, вот юбилей был 60 лет, мне тоже так же вот, задавали вопрос. Вот вы уходите на пенсию, вроде того, всю жизнь работали на стройке. Чем вы будете заниматься? А я говорю, я не собираюсь, говорю, отдыхать, я буду, говорю, работать. И у меня, говорит, есть мечта, это восстановить храм. Ну, тогда еще у нас храм-клуб еще был действующий. И у меня была такая мечта, и вот, чтобы этот клуб нам передали под храм, я буду принимать самое активное участие в строительстве. Я сам подошел к батюшке. Отец Андрей, говорю, вот так, будет, если строительство все-таки передадут, если нам под храм клуб, я хочу принять участие в этом строительстве. Хорошо, он говорит, я буду иметь в виду, и он меня потом привлек к этому. Ну, в первую очередь, чувство покаяния за свои грехи, потому что я имел тоже такой грех здесь присутствовать, когда еще здесь был Дом культуры. Вот, и чувство такой одновременной и тревоги за то, что здесь сделано в советское время нашими односельчанами, и чувство несказанной радости, что здесь закончилось беснование, прекратились дискотеки, концерты, распродажи, и в храме Божьем возносится молитва. Вот это вот самое такое отрадное чувство, оно нас очень сильно вдохновляет на труды,
И эти все вот хлопоты, они очень приятные и близкие очень сердцу, потому что хочется и хочется здесь что-то делать, создавать и восстанавливать все, как это было. Господь всегда замечает труды и старания. Он всегда видит, когда люди с открытым сердцем и чистой душой делают благие дела. Всевышний помогает таким людям и посылает им в помощь своих ангелов. Вот и при реставрации Воскресенского храма не обошлось без чудесных явлений. 4 октября 2018 года, а потом 4 ноября 2018 года проявились лики святых ангелов, архангела Михаила и архангела Гавриила на внутренней поверхности арки, где раньше находился иконостас и алтарь. Впоследствии была сцена, а сейчас опять восстанавливается храм. И это явление образов, оно воодушевляет и вдохновляет нас, что мы на правильном пути, что дело, которое мы затеяли, оно будет доведено до конца. Конструкция храма у нас подразумевает арки. Это сделано для жесткости. И архитектура нашего храма, она состоит вот со всех сторон из арок. И вот такое чудо Божье, что у нас на одной из арок, которая смотрит на восток, на алтарную стену, проявились лики архангелов и лики святых. И один из них, предположительно, это архангел Михаил. По облачению, по кадилу, по всему можно было вот так вот косвенно определить. Этот появился как раз-таки лик, именно вот это вот чудо, в тот момент, когда мы начали ломать клубные стены, уже капитально, потому что стена очень большая, и она создавала уже вид именно Дома культуры, а не храма. И вот в те дни, это было примерно месяц назад, с того момента, когда мы начали ломать, вот эти вот лики очень явственно проявились, и они немножко нас воодушевляют. И как бы говорит о том, что мы, скорее всего, на правильном пути.